Мира между Арменией и Азербайджаном нет, и если даже будет подписан мирный договор, его не будет. Об этом заявил экономист Грант Микаэлян в интервью программе «Особое мнение». В качестве иллюстрации этого он назвал ситуацию с дорогами, на которых Азербайджан установил таможенные пункты. Находящаяся под азербайджанским контролем дорога Капан-Чак-Атен связывает между собой разные города Армении, а также является прямой связью с Ираном, сказал Микаэлян. Он отметил, что эта дорога проходит по территории Азербайджана, только частично, и азербайджанская сторона не может на ней решать какую-либо свою проблему. Цель Азербайджана – создать проблему для Армении. Если СНБ Армении не может этому противостоять, пусть так и скажет, а не оправдывает и легитимизирует действия Азербайджана. Обращаясь к тому, что власти Армении в качестве единственного решения проблемы с дорогами предлагают альтернативную трассу, Микаэлян задался вопросом. Азербайджанцы за последние полгода продвинулись вперед по пяти направлениям на территории Советской Армении, а если Азербайджан пройдет по предложенной армянскими властями альтернативной дороге и установит там КПП? Спросил Микаэлян. Эксперт считает нелогичным предложение властями в качестве решения проблемы альтернативную дорогу. Все дороги Армении должны быть под полным контролем республики, должны быть безопасны. Это единственное верное решение. По его словам, Азербайджан установил КПП, чтобы дестабилизировать ситуацию в Армении, препятствовать экономическому и политическому развитию страны. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.